Всем хай, с вами Форест. Сегодня мы с вами поиграем в Handless Millionaire 2. Суть этой игры в том, что нам нужно дойти до 7-го раунда, но при этом нам нужно... Ну вот, наша рука, мы берем деньги, но при этом надо быть осторожными, чтобы гильотина не отрубила нам руку. И в общем, дойти надо до 7-го уровня. Ну что ж, меньше слов, ближе к делу. Значит, поехали. Сейчас мы с вами попробуем вот как-нибудь пройти. Сейчас я провод дымчиком подальше, чтобы не отвлекал. Так, ну значит, давайте попробуем. Так, надо аккуратнее быть. Это... Я вообще, знаете, когда ты играл в эту игру... Блин! Я думал, мне сейчас руку отрубят вообще. Капец. Так. Она немного ближе стала, я так понимаю. Так. Аккуратнее. Так. Где там еще? Так, броню надену. Вот так. Значит, второй раунд мы тоже прошли. Теперь у нас третий раунд. Гильотина по-прежнему ближе стала. Так, берем. Блин, броня упала. Правая рука потеряна. Фух. У меня хоть левая есть. Ну, надо сейчас сильнее. Еще раз попробую. Так, а что это у нас здесь? А, это награды. Когда ваша рука правая... Когда ваша правая рука была отрублена, впервые вы взяли ее на память. Mm-hmm. Потом без рук, без ног остаться еще. Предложите. Так. Знаете, я представляю эту игру в реальной жизни. Да. Вы понимаете сейчас, о чем мы. 1000 долларов. Мешок какой-то был. Короче. Значит, четвертый раунд. Я так понимаю, у нас две гильотины. Что? У меня рука только одна. Нет, это сейчас не плагиат, слово Брайля. Так. Ваша левая рука тоже потеряна. Врачи запрещают подходить к вам гильотине. What the fuck? Начинается с первого раунда. Да. Так. Знаете, я по-прежнему не очень рисковый. Блин. Серьезно. Так, ладно. Значит, она у нас стукается два раза. На втором раунде. Так, еще бери. Так, вот за мешочком я торопиться не буду, потому что за него всегда одни проблемы. Да что? Да что деньга не берется? Фак. Возьми уже. Господи. Так, теперь у нас третий раунд. Деньгу, какую купюру вернее. Откуда я правильно пересмотрел вчера вот про эту игру. И вчера что-то осенило и захотел посмотреть это видео. Так, теперь у нас две гильотины, господи. Так. Почему они по очереди стукаются? Это вдвойне напрягает, кстати. Так, я попробую пылесос взять. Так, надо взять всё. Так, что у нас еще на награды? Тысячионер. Раз я, может, не слышал. Так, берем. Да фак, опять броню. Моя броня бедная. Да возьми ты эти деньги, дебил. Деньги возьми. Даже с третьего раунда уже все усложняется. Так, блин, она двигается уже теперь. Ну ладно. Дело как бы ваше, но серьезно, зачем мне это? Какого черта, блин. Так, ладно, у меня еще левая есть, так. Надо постараться ее не потерять, потому что... Серьезно?
Я думал, что в кровать попал. Оказывается, туда аж улетел. Так. Господи, серьезно. 20 июля 2016 года. Так, помогите мне, сопли. What the fuck, сопли, серьезно? Так, блин. Где там деньги? Блин, сопля исчезла. Так, значит. Теперь 4-й уровень. Кстати, почему тут броня не появилась? Да блин, опять это пауза на меня. Я не убрал руку. Я же подвинул мышку. Какого черта он не убрал свою чертову руку. Даже игра уже лагать стала. Фигни. Так, еще раз сопли помогите. Так, давайте еще деньги. Все давайте, идите. Идите сюда. Блин, опять эти сопли исчезли. Почему их нельзя до бесконечности держать? Так, ну в жопу эту игру. В общем, ребят, надеюсь, вам понравился такой вот геймплей. Но я жаль, что я не смог, я так и не смог пройти эту игру. Но если хотите еще одну часть, то поставьте лайк, я обязательно сделаю второе прохождение. Я буду делать все прохождения до тех пор, пока не пройду эту игру. Потом я еще буду делать сезон 1. Ну а потом я еще на своем канале открываю такую рубрику. Я играю во флеш-игры, ну, которые в браузерах, ну, вы поняли. Ну, а также я могу сыграть такие игры, как Plug and Play, Poly Bridge, Geometry Dash, что там еще есть. Вот есть еще такая игра про бомжа, который, ну, с ним, короче, дерется очень по-странному. Да. Это геймплей Just Snake. Ну, вы... Ну, короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был Влад. Всем бай-бай.